концерт, который привлек внимание не только жителей нашего города, но и инопланетных гостей. В Международный день танца в Гродненском центре культуры состоялся творческий спектакль танцев народов мира при участии ансамбля «Модерн» и студии «Поколение Next». Почему танцы «Планета Земля»? Потому что очень разнообразный у нас репертуар. Танцы разных народов мира. Поэтому и решили такой сквозной ход взять, как будто инопланетяне прилетели, и вот их взглядом они смотрят на танцы нашей Земли. Поскольку у нас есть там и русский, и белорусский танец, и восточные танцы, и еврейские. Поэтому вот таким ходом мы и сквозным объединили эту программу. Именно танцев народов мира взглядом инопланетных гостей. Но это самодеятельный коллектив. Если бы была идеальная посещаемость, был бы результат просто профессиональный. А так, кто заинтересован посмотреть, даже при посещении 2-3 раза в неделю, вот вы увидите результат, я бы сказал, даже полупрофессиональный. Потому что в хорошем зале, вот хочу поблагодарить и администрацию, и концертный зал, что предоставляют нам возможность в таком зале работать, поэтому подготовка облегчается. И залы прекрасные, и сцена прекрасная, технически оснащенная. Коллектив на сцене собрался разновозрастной, от 12 до 50 лет. Если со взрослыми легко найти общий язык, то к детям нужен особый подход. С детьми очень сложно. В чем сложность? Понять их, учить их. Которые у меня есть дети, они очень умные. Не скажу, что... И приходится очень над ними работать, они поддаются нашему требованию. Именно юные таланты открыли праздничный концерт. Мы будем танцевать инопланетянов. У нас тарелка наша попала в аварию, и мы приземлились, а потом мы обратно улетели. Еще мы будем танцевать русский народный и индийский танец. У нас очень хорошая растяжка, мы хорошо занимаемся, и мы преодолели свой страх, теперь мы танцуем, на нас много людей смотрят. И нас записывают хорошие люди. Юлия занимается танцами уже 7 лет. И за это время ее жизнь кардинально изменилась. Это очень хорошее разнообразие будней наших. Мы все в основном здесь офисные работники. И работа стрессовая очень. И когда мы приходим на репетиции, мы выходим отсюда другими людьми. А концерты, они... до такой степени все обнуляют, я бы сказала, что мы выходим абсолютно другие. И приходят посмотреть на наши концерты родственники, друзья. И у нас очень доброжелательная, хорошая публика. У нас замечательные руководители. Я настолько благодарна, что я сюда попала, привела сюда дочку, и они предложили заниматься мне. Мы с дочкой на одной сцене 4 года оттанцевали, потом она выросла, уехала. А я осталась и привела сюда свою маму. Сегодня моей мамой дебют. Мама Юлии в составе старшей группы исполняет китайский танец. Проникшись восточной культурой, она рассказала о том, что дают ей занятия в этом ансамбле. Ой, вы знаете, очень много. Даже давление снижается. Вот позанимаешься, и другое настроение, и как-то позитив. Оригинальная идея, яркие костюмы и отточенная хореография. Теперь о талантах наших земляков знают и в других галактиках.